Парки и скверы города будут модернизированы. Цель – создание комфортных условий для отдыха населения. Аким области поручил приступать незамедлительно к этой работе и завершить в срок 1 мая. Это вид городского парка после модернизации. Здесь все предусмотрено для отдыха горожан. Кафе и киоски будут закрыты. Взамен появятся спортивные игровые площадки. Аттракционы пройдут проверку. К работе будут допущены только безопасные. Будут модернизированы также президентский парк, парк имени Батырхана Шукенова, железнодорожный, сквер вокруг памятника Коркыт-Ата. Глава региона поручил ответственным лицам ускорить начало работ по благоустройству и озеленению парков и скверов. Работы должны быть завершены до мая. Открытие зон отдыха. У нас очень сложно вырастить деревья, требует огромного труда и времени, поэтому надо благоустроить для отдыха населения все имеющиеся тенистые места, скверы, парки, аллеи. Люди хотят по вечерам выйти из своих жарких квартир, прогуляться, посидеть. Для этого надо создать все условия. 1 мая все должно быть готово.